محمد محمد الصلاة والسلام. Наш путь – это сахбет, и в собрание заключено благо. Бисмиллахи Рахмани Рахим. Все происходит по воле Аллаха. Все в руках Аллаха, Азава Джала, в этом мире, в котором мы живем. Аллах делает то, что желает. Нет ничего трудного для Него. Для Аллаха нет ничего невозможного. Кто полагается на Аллаха, тот спокоен. Кто не полагается на Аллаха, тому будет нелегко. Что такое тавакуль? Тавакуль – это иман. Тот, кто верит в Аллаха, полагается на Него, чувствует себя спокойно. Поэтому вера — это величайшее благословение, данное людям. Без веры ничто не принесет пользы. Даже если это мирское, в этом не будет никакой пользы. Вы можете иметь все, но если у вас не будет веры и доверия к Всевышнему, вам не будет покоя. Вы будете думать, как вам сохранить это спокойствие и не потерять комфорт. Вы потеряете сон, думая об этом. Tevekkül iman olmadıktan sonra hiçbir şeyin kıymeti yok. Nimetlerin kıymeti imanla beraber. Без доверия и веры ничто не имеет ценности. Ценность доверия в вере. Поэтому мусульмане полагаются на Аллаха, даже если у них ничего нет. А с верой у них все хорошо. У мусульман все хорошо. Они ни на что не жалуются и живут спокойно. Но без веры они нервничают по каждому поводу. Ничто не дает людям почувствовать, что они полностью получили все то, что хотели. Что бы они ни делали, они делают это ради своего эго. Но это не приносит пользы и их эго. Да защитит нас Аллах. Пусть Он укрепит нашу веру, чтобы все, что приходит к нам, мы воспринимали как лучшее для нас. Allah Azze ve Celle her şeyi güzel der. Mübareklerin söylediği Все, что от Аллаха, прекрасно. Как сказал один святой, то, что делает Аллах, он делает это наилучшим образом. Это сказал Аулия в старые времена. Мусульмане видят в этом благую весть для себя. Да укрепит Аллах нашу веру, инша Аллах. В амин Аллахе ат-Тауфик. Аль-Фатиха.